Здравствуйте, меня зовут Юля, и сегодня мы рассмотрим МФУ Epson XP-423. Упакован был в полиэтилен и транспортировочный пенопласт. Помимо транспортировочного пенопласта, производитель включает в комплект диск с драйверами, с которого вы можете установить необходимые драйвера на сканер и принтер, а также всю необходимую документацию. Также в комплекте идет кабель на 220 вольт. Хочу заранее предупредить, компания-производитель не комплектует свои устройства USB-кабелем, поэтому вам придется приобрести его отдельно или же использовать беспроводные сети. Давайте теперь рассмотрим основные характеристики этого печатающего устройства. Начнем, пожалуй, со сканера. В Epson XP-423 его формат А4, разрешение 1200×2400 точек. Следующая важная характеристика данного устройства – это копир. Для того, чтобы скопировать документ, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню и запустить копирование документа. Рассмотрим функции печати. Формат печати данного устройства – А4. Максимальное разрешение 5760×1440 точек – это основной стандарт печати. Важной особенностью является то, что вы можете печатать без полей с максимальной скоростью до 30 страниц в минуту монохромных документов. Еще очень важная функция – это Wi-Fi. Можно подключить устройство без лишних шнуров, а также печатать напрямую со смартфонов и других устройств под управлением iOS и Android без использования роутера благодаря функции Wi-Fi Direct. Полезная особенность многофункционала – это разъем для карт памяти. Он поддерживает все ходовые карты памяти. Удобной опцией является цветной ЖК-дисплей диагональю 6,4 см. Лоток подачи бумаги верхний с вместительностью до 100 листов. Я рекомендую использовать это МФУ с расходными материалами компании InkSystem. Гарантия на это устройство составляет 12 месяцев. Надеюсь, мне удалось ответить на все интересующие вас вопросы об МФУ Epson XP-423. А я вам желаю хорошей печати!